Каждое утро Лариса Семенова спешит к своему ненаглядному Семену Семеновичу. Хоть женщинам и не грешно опоздать на свидание, Лариса приходит вовремя. А верный спутник терпеливо дожидается ее на стоянке. И пусть знакомы они совсем недавно, всего 3 дня, отношения у них уже крепкие. Ну тут все кардинально новое. Все, тут все очень удобно. Ни тумблеров тебе нет, ничего. Все сенсорное такое, все очень красиво. Семен Семенович – это новый белорусский МАЗ-203Т-70. В Рязань поступило 10 таких машин. Один троллейбус стоит в районе 20 миллионов рублей. Вместо привычных тумблеров у водителя словно приборная панель самолета. А еще есть сиденье с подогревом. Да и в салоне установлен не только кондиционер. Салон троллейбуса оборудован несколькими видеокамерами. Через них видно практически все сидящие места. Здесь нет слепых зон, при том как внутри, так и снаружи. В новый троллейбус в час пик может зайти до 97 человек. Мест для сидений втрое меньше – 31. Плюс площадка как для инвалидной, так и для детской колясок. Новый троллейбус уже по достоинству оценили пассажиры. Нашли как плюсы, так и минусы. Нормально, хороший, да. Понравился мне. Единственное, что мне нравится минус – высокие очень подъемы. Вот из-за этого. Так удобно заходить, если подъезжает к бордюру, из-за этого… От водителя зависит, а вот так вот высоковато. Лучше. Новое, все красивое. Удобно, комфортабельно. Кнопки вон для зарядки появились. Обучение на новом троллейбусе длилось недолго, всего 3 дня. Лариса рассказала, что когда впервые выехала на линию, то все же немного волновалась. А теперь уже чувствует себя довольно уверенно. Все-таки 20 лет водительского стажа. К нововведению, говорит, привыкла быстро. Самое необычное в белорусских троллейбусах – это то, что токоприемники, или по-народному рога, опускаются сами. Механический звук работы токоприемников подставлен на монтаже. На самом деле процесс этот бесшумный и занимает меньше минуты. Вот так троллейбус может проехать до 20 километров. И часть местных жителей уже успела оценить такое чудо техники. В соцсетях появилось несколько роликов, как троллейбус ездит с опущенными рогами. В перспективе, говорят, так и будет. Мол, часть троллейбусных маршрутов продлят, чтобы ездили они и там, где нет контактной сети. Опускаются токоприемники за минуту нажатием одной кнопки. Поднимаются тоже быстро, но уже вручную. Троллейбус, на котором Лариса Семенова работала раньше, она называла «Варягом». Техника была не новая, но ремонтировалась все же редко. Ездила Лариса аккуратно. А вот новый ее приятель с уважительным именем Семен Семенович в ремонтное депо, надо думать, заезжать вовсе не планирует. По крайней мере, в ближайшее время. Опыт общения со строптивыми напарниками у водителя приличный. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».